ребята, вы не скажете слово хорошее для запорожцев? Нет. А вы не скажете? Нет. Мальчик, ты скажешь слово для запорожцев? А что я скажу, плохо разговариваю? Ну, поздравьте с масленицей, с блинами. Поздравляем всех запорожцев с масленицей, с вкусными блинами, горячими. А там еще шашлыки бегут, хороший блок, хороший пирожный. Спасибо большое. А дома вы пекли? А дома мы вчера только ели блины. А с чем, со сметаной? Мы дома? Да. Дома мы пекли, а с чем? Да, со сметаной, а потом с вареньем и с этим, со сгущенным молочком. Так, это лишних 200 калорий. Вы знаете, что один блин 200... Ничего, один раз в году бывает. Спасибо, приятного аппетита. Спасибо. Ой, спасибо. Ну что же, такой праздник, конечно же, для людей. Конечно, для детей, для людей. С удовольствием отмечаем. Спасибо за привет. Так, а дома пекли вы блины? Я уже их 3 дня ела, съела давно, уже пирог напекла, уже пирог съела. А теперь пришла снова за блинами. А как вы успели раньше меня? Мы же ехали вместе. Я не знаю. Опыт. Не знаю. Опыт. Я одна шла, я без. А тут женщина поехала дальше? Она поехала на фестиваль, на Гибраспицтайфибаль. Как, короче, здоровья, приятного аппетита. Приятного аппетита всем и всем здоровья. Мы доживем до того момента, когда она будет давать блины с икрой красной. Нет, с икрой красной не дождемся. Ну пошли. И слава Богу, нам достаточно. А вы когда успели? Трудностям нас устраивает. Спасибо. Праздником вас. Там весну уже видно сдалека? Конечно. Конечно. Как она? Уже очень близко. Спасибо большое. С праздником вас. С праздником. Спасибо. А поздравьте запорожцев. Поздравьте запорожцев с масленицей. Нет, я не могу вас поздравить. Не меня, людей. Времени нет. Ну все равно с праздником. Спасибо и вас. Спасибо. Пушту его за святом. Дякую. Ми вітаємо всіх запоріжців з Масляною, бажаємо міцного здоров'я, силу духа і всього найкращого. Нехай цей рік буде плідний і добрий. І свято! Дякую! Тримаємо зі святом! Каждый день был праздник. Вам благоприятно вернуться куда-то в духовную жизнь. Слово там все сильное, в другую, это не важно, абсолютно. Пути были разные, но вершина одна. Праздник, дорогие заморозки! Поздравьте запорожцев. Святом вас, запорожцы, святом. Вибачте за нас, за все.
чому зробили не так, свято у вас. Сьогодні прощальне воскресіння теж? Так, прощальне неділя. Объясните мне пословицу, не все коту масленица. Да. Объясните мне ее. Объясняй. Да, халява не вечная, да, это так, в переводе на русский. Вас с праздником, здоровья. Спасибо. Ну, я надеюсь, что вам достанется. Да, конечно, конечно. А свои блины были? Обязательно, конечно. Да. Обязательно. И жена пекла, и дочка пекла, так что мы уже со среды блины едим. Удачи. Поздравьте запорожцев! Зі святом! Зі святом! Дякую вам! Дорогі запоріжці, вітаємо вас зі святом! З масляною вас! Всього найкращого вам! Цей день святковий, чудовий, сонячний! Будьте здорові, там чихнули, я їм поздравив здоров'я. Здоров'я вам! Будьте здорові, щасливі, багаті! Здравствуйте, запорожцев, с праздником, если можно. С праздником, да? С праздником, здоровья. Он уже ел блины? Нет. Нет? А что будет есть? Ой-ой-ой, замерз? Спасибо большое. А какое у него есть талант? Ну, я говорю, душу греет? Да. Спасибо. А можно спросить велосипедистов? Поздравьте запорожцев. Поздравляем с праздником. Ну, а садиться на велосипеде они должны или нет? Расширьте тему. На любителя. На любителя. Ну, конечно, очень хорошо. Утром взбодряет перед рабочим днем. Вечером успокаивает после рабочего дня. Очень рекомендую. Здоровья вам. Поздравьте запорожцев с праздником! Поздравьте запорожцев с праздником! С праздником! Они уже прилетели? Она никуда не улетала? Нет, она с Шелторотика, с маленького. Она живет с вами? Мы уже летом будет 3 года, как я говорила. А, у тебя еще есть? А блины вы уже ели? Не ела. Блины ели? А надо. Спасибо вам большое, здоровья! Здоровья, счастья и удачи! Дима, добрый день!